Всем привет, ребят! Ну что, настало время на обзор Лазуликса Ледяного Феникса на максималке. Такая вот у меня сборочка у него. 9-9 пакт, плюс 8-я ремка, плюс доспех поставил. Но это не самое главное. Плюс панчбокс, это тоже не главное. Посмотрите на статки. Я ему прокачал наконец-то 20-й прорыв. Что я могу вам сказать? Вот такие вот у него атрибуты. Просто, как по мне, просто жесть. Я не знаю, что он сейчас будет чудить с таким уроном, с такими статами. Ну, реально, у него жизни тоже должно быть немало. Потом я его перекачаю, сделаю другим. Захотите, увидите еще один обзорчик. В общем, такая вот сборочка. Ну, это просто жесть. 30 тысяч атаки. 760 тысяч. Почти 770 тысяч жизней. Плюс еще доспех, по-моему, здесь не учитывается. Ну, поехали, потестим его, посмотрим. Давайте начнем с рейдов. Нету на нем урона. Я поменял, убрал, поставил все-таки. Давайте начнем вот отсюда, где-то с ворожея. Ну, видите. Сливают хранитель. Смотритель, точнее. Такс, ну, думаю, на атаке фартов будет однозначно весело. Фига себе там урон по... Посмотрите на этот урон. Просто жесть. Круто. Урона, конечно, у него немерено. Возможно, надо будет ему еще что-то интересное. Так, ну тут сливают. Ну, красные против зеленых. То есть, Нубис его только так будет считать. Поэтому я решил в первую очередь после Огника и остальных делать ему 20-й прорыв. Так. Так, конечно, его тестировать не особо правильно, но хотя бы посмотреть. Вот смотрите, просто сливают, даже с такой жизнью его просто шатают. Но тут, конечно, пакт. То, о чем я говорил, что с пактом он, да, он будет выдавать у вас много урона, но с пактом он не настолько актуален, поэтому я пакт буду убирать. Давайте попробуем. Против стрелка. Ну, стрелка просто, ну, тут однозначно он будет все шатать. С такой сборкой. Сейчас пойдем на PvP локации. Так, ну-ка попробуем. Пусть сольют. Ай, не дали. Ну, видите, ну не дают ему включиться нормально. Хорошая расстановка была для теста. Смотрите на этот урон. Что я могу вам сказать, ребят? Ну тут он не включится. Ну вы сами все видели. Это просто жесть. Ему стоит только включиться и все. И героя просто нет. Можно было бы ему еще победный плюс 25 к атаке. Но я все-таки решил. Жизнь, она более актуальна будет для него. Это просто жесть. Ну давай. А миссы, посмотрите, как миссы. А там, скорее всего, знаете что? Там, скорее всего, вольт, либо ослепление. Он просто миссы по всему. Прикольненько сделано. Тут вряд ли достанет. Не, достает. Посмотрите, он Огника просто шатает. Офигеть. Да он, по-моему, всех будет шатать, если вблизи выбросить. Сейчас поищем Расту. Стрелок не даст зарядиться.
Это, конечно, жесть. Но есть минуса в этой сборке, это я уже говорю, урон входящий. Какие нафиг как не крылы? Просто выносит все нафиг. Нафиг просто спать. Жесть. Вот, отлично. Let's go. Смотрим. Но тут, смотрите, тут получше держится. Тут выдержали. Ну, тут Анубис, скорее всего, надебафил. Ну, это просто жесть, что он чудит. Я, честно говоря, в шоке с этого. Ну, убивается быстро, блин. Не дают ему включиться. Так, хорошо, с этим тестом закончили. Поехали, попробуем его на подземках следующее. Давайте вот здесь интересно посмотреть. Сейчас, как обычно, он не вк... Офигеть! Такого вы, наверное, еще не видели. Я тоже такого не видел. Это просто жесть. Че это было? Одним хлопком. Давайте попробуем на еще разок здесь и потом пойдем на другую. Да ну нафиг. Видите, стан. Там стан не прошел, он просто вынес все. Это жесть. Сейчас попробую просто сбоку закинуть его. Да они просто улетают в никуда. Офигеть. Вот единственное, конечно, минус то, что когда он долетит, пока зарядится, то его башенки, скорее всего, схавают. Я в афиге, посмотрите на этот урон. Это еще не максимальная сборка. Все, что к нему подбегает, просто умирает. Смотрите. До свидос, месса. Я сказал до свидос. Не понял. Вот теперь. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Давайте посмотрим на кошмарки 7.10. Вот ради интереса вот здесь где-то запустить. Если, конечно же, стан не видите, все-таки стан надо подумать что-то. Стану. Ладно, попробуем с другой стороны. В общем, ребят, вот так вот. Честно говоря, я в шоке. Да, не дают ему включиться, блин. Ладно, попробуем с магией. Ну, дайте включиться, блин, ну. Вот же ж западлисты. Надо ему все-таки, наверное, слона-то доставить. Конечно, урона будет намного меньше. Нет, давайте без слона пока попробуем. Можно, в принципе, ему и железку поставить. Как вариант будет. Это плюс-минус то же самое. Сливают. Я не люблю эти такие тесты. Ну, я не знаю, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Кого вы хотите следующего увидеть? Ну, Лазуля, честно говоря, реально очень радует.
Так, ну что, пошло. Ну, сметает нафиг все. Сейчас его, конечно, малышник хлопнет, наверное. Либо медуза. Да, видите. Ну, урона бешено, бешено. Просто бешеный. А, поехали на забытую. Давайте на арену. Так, это что? Это у меня огник стоит. Сейчас мы перезайдем. Let's go. Посмотрите, сколько я ему пробил. Офигеть. Просто жесть. Давайте против этих попробуем. О, отлично, он по центру. Конечно, меня сейчас, наверное, застанет. Да, меня надо тут ударить, к сожалению. Но он, конечно, творит чудеса. О, ну здравствуй. Да, ребят. Ну что вы на это можете сказать? Его сейчас Анубис, конечно, чпокнет. Хила у нас нет. Посмотрите на урон по камню. Давайте обновим. Честно говоря, я в шоке. Я просто в шоке. Посмотрите, что он делает. Не дали, блин, чуть-чуть не хватило нам включиться. Но он просто тупо шатает всех. Офигеть. Поехали. Забытая. Блин, разобрал всю пачку, ладно. Махатма, рогатка, Кузич, пусть будет такая. Так, окей, поехали. Тут сейчас в одну калитку. Просто нереально, я не знаю. Панчбокс плюс это, ну тут больше ничего не надо, как по мне. О, Фрейка. Ну, Фрейя его затащит однозначно, она его убьет. Но посмотрите, все герои просто нафиг вынес. Кто у меня там так энергию снимает? Или он затащит Фрейю? Жесть. Да ладно, еще затащи Фрея. Я в шоке. Ребят, это реально просто crazy, crazy герой. Да, нам не хватило времени просто, но мы бы затащили. Жесть. Просто аут.
Ну, тут тоже он просто должен сейчас ее шатануть. До свидания. Офигеть. Слабенький противник. Ну, единственный вариант — это стан и забор энергии. Все. А больше вы никак там особо не добьете. Ну, есть еще куча разных, конечно, грязных приемчиков, но это просто аут, ребят. Я не знаю. Просто жесть. Вторые эволюции? Не, не слышал. Это он один. А что будет в пачке? Так, ладно. С этим разобрались. Давайте еще тестанем на экспедиции. Тут много очень угольных раз, это вот как раз красиво. По фэншую бум. Тут патчбокс повыносил все нафиг. Так, ладно. Так, а тут у нас есть стрелок. Сейчас я к тебе тоже доберусь, мой юный друг. Просто аут. Ну, приветики. Крейзи. 30к атаки. Я охренею. Ну, это, конечно, слабенькие противники. Надеюсь, сейчас будет повеселее и поинтереснее. Так, есть. Опять, блин, ну. Не дадут сейчас ему просто зарядиться. Может. Жизнь, боль. Так, вот, отлично. Ой, друзья, ну я к вам. Не, не хотите пустить? Пустите в коробочку. Да, блин, не хотят. Не хотят дать ему включиться нормально. Ну, с рогаткой-то включились. Хочется соло посмотреть. Соло. Так, она там нас станет. Вот оно чё. Непонятная, в общем, фигня. Так, ну что я могу сказать вам, ребят? Не понял, что мы получили. Это было какие-то гифты нам дали, не знаю, что за гифт. Как-то я пропустил этот. Какие-то magic box. В общем, ребят, просто crazy. Я не знаю, что вам даже сказать. Вы, в принципе, все сами прекрасно видите. Просто бешеный какой-то герой у нас получился, ну. Не знаю, что-то я получил какую-то
награду. В общем, не важно. Вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете. Как по мне, это реально просто вау. Будем тестировать уже на атаке фортов. Всем удачи, всем пока.